Всех приветствую, друзья. В общем, продается мой личный Toyota Prado, 95-й кузов, полная пошлина 96-го года выпуска. Вот так вот он выглядит по кругу. Цвет офигенный, играет бомба. Мне вообще очень нравится эта машина. Сейчас я вокруг обойду, покажу. Скажу честно, продаю по причине определенных финансовых трудностей, которые, к сожалению, заставляют его продавать. Прадик, ну, что вы найдете такой прадик в таком состоянии, ну, вероятность крайне маленькая. Объясню. Контрактный мотор, контрактная коробка, контрактный задний мост ЛСД, контрактная раздатка. На мотор есть ГТД. То есть все документы есть, без каких-либо проблем. Установлен лифт-комплект, 2 дюйма спереди-сзади. Колеса 33 спереди-сзади установлены. То есть в этом плане никаких проблем нет. Причем сделано очень грамотно, выведен кастер грамотно, что колеса чуть-чуть смещены вперед, но не теряя управляемости. Тем самым мы не цепляемся за кромку крыла. Это просто сейчас руль повернут чуть влево, поэтому кажется, что очень близко. Салон сохранился прекрасно. Никаких пропуканностей, протертостей на сидушках нет. Высокий подлокотник, 4 подстаканника. Все тоже здесь хорошо. Автомат. Раздатка, еще раз повторюсь, контракт на Android магнитола. Вот эти вот сидушки складываются в ровный пол. Как бы без каких-либо проблем. Шноркель. Самое классное, ребята, установлено. 12-тысячная лебедка, скрытая в бампере. Я скажу честно, ее не видно вообще. Ну, то есть вы когда едете, видно только блочок. И это, мне кажется, даже спокойно можно ехать ставиться на учет. Ну, либо, если нет, можно снять бампер, она на болтах прикручена, отключить ее и спокойно встать на учет. По двигателю я специально его не мыл, чтобы все масляные подтеки были видны. Ребята, вот эта машина, я могу сказать вам одно. Здесь стоит очень хороший двигатель. Очень, во-первых, надежно, во-вторых, очень свежий. Здесь два аккумулятора, как бы северный вариант, но это переделанный самостоятельно в северный. То есть здесь доставлял я аккумулятор отдельно. Стоит кнопочка прогревочных оборотов тоже отдельно. Двигатель здесь, ну, можно сказать, как новый. Вот вы когда... Вот перед тем, как ехать ко мне, просьба, посмотрите другие варианты. Посмотрите, что вам предлагают. Во-первых, он вот так запускается всегда. Вот, мы чуть-чуть прям свечи нагрели. Все. Он всегда запускается. Мороз, все на свете, вообще без каких-либо проблем. И самое интересное, он нагретый, я только на нем приехал. Без коммута работает. Давайте проверять. Ничего. То есть сопунения никакого еще нет вообще. А насколько вы знаете, казеты с сопунящими моторами ходят просто в космос время. Вот. Тоже ничего ниоткуда не ходит. То есть без каких-либо проблем это дело работает. Лебедка, размыкатель массы там. Спокойно. Это все дело входит. Сейчас я закрою. Ага. Давайте чуть прокатимся. Стоит вольтметр на лебедку. Так как у нас два аккумулятора, у нас в принципе нет никаких просадок. Все в этом плане очень хорошо. Тянул этой машины несколько раз другую машину, сам никогда не вытягивался, потому что, ну, не садится нигде. Объездили на нем полкрая. В принципе, он изначально и брался для того, чтобы на нем вот ездить куда-то. Давайте мы сейчас на нем
проедемся. Новая рулевая рейка. Тоже какие у них болячки есть. Новая рулевая рейка у него здесь стоит. Все стоит новое, без каких-либо проблем. Можно эксплуатировать машину. Машина готова. Стоит сигнализация с автозапусками, турботаймерами и всем-всем-всем, что необходимо. Все дело это тут есть. Очень мягенько идет. Подвеска очень мягкая. Тянет он просто... Ну просто на ура, парни, тянет. Я не буду там дифирамбы петь. Кто на КЗ-те ездил, тот знает, как он тянуть должен и как он тянет. Он едет как, блин, трехлитровая бензиновая машина, но это дизель, который жрет 10 литров на 100 километров в час. По трассе и то меньше жрет. Поэтому как бы, парни, ну не знаю. Вот смотрите, я езжу на нем вот 2000 оборотов. Реально, 2000 оборотов я езжу на этом машине. Вообще без каких-либо проблем. Передвигается он отменно. Вообще удобно? Да. Круто? Да. Хорошее состояние? Да. Единственное, чуть-чуть страдают пороги. Гнили вообще в принципе нет, кроме вот порожков. Но пороги, опять же, там, ну, будем договариваться, я скину на ремонт порогов. То есть в этом плане никаких нет. Еще раз повторюсь, парни, я... скажем так, ну, не избавляюсь от машины, я продаю друга, реально, и, ну, признаюсь честно, я не хочу его продавать, поэтому космического торга не будет, найти такой, сейчас, мягко говоря, сложно, я искал такой на протяжении нескольких месяцев, бесперерывно ездил и нашел его только за 1400 километров от нашего дома, вот как-то так, привел, причем он был не в таком состоянии, я привел его в чувство, сделал, и он стал тем, кем является. По факту здесь поставить осталось злую резину, блокировки, и можно вообще пилить. А можно без них пилить, есть лебедка, и все. По факту вы получаете готовый экспедиционный набор, чтобы ехать хоть куда и без каких-либо трудностей и проблем. Ну так вот, пацаны. Поэтому смотрите, интересуйтесь, цена в объявлении указана, еще раз повторюсь, ну, на ремонт порогов могу скинуть, но это, наверное, будет максимум, который я скину, потому что, ну, вы не найдете машину с таким движком, ну, не найдете вы машину с несопынящим двигателем, которая заводится одинаково и на холод, и на тепло, и вообще без каких-либо проблем все делает одинаково, парни. Поэтому, пожалуйста, пишите только с реальным интересом, смотрите с деньгами на руках, забирайте хороший прайдик, хорошие руки. Сразу признаю, что в плохие руки, ну, не отдадим машину. У нас нету там сверхзадачи ее скинуть за бесценок, у нас есть понимание, что это хорошая машина, и, скажу честно, лучше из кожи вон буду лезть, чем, ну, отдам такую хорошую машину за 3 копейки. Вот поэтому такие дела, ребята. Спасибо за просмотр. Звоните, пишите, узнавайте. Всего доброго.